Здравствуйте, то 3 недели ждешь посылки, то подряд, одна за другой. Но вот это был, вернее, мой заказ. Аморфофалусов-то бульбифер. Давайте откроем и посмотрим. 3 недели шло и этот пакет. Вот здесь адрес, откуда мне пришел пакет. Честно говоря, я ожидала немного побольше коробочку, но так как там у нас здесь и семена. Это, по всей видимости, бонус идет. Посмотрим, что это такое. Rhizema flavum. Ну, в общем, посмотрю, потому что я плохо вижу. И посмотрим, что мне тут написано было. Минутку. Посмотрим, что же у нас там дальше. Здесь у нас Amorphophallus albus, Amorphophallus коньяк, Amorphophallus bulbifer с ароматом. Ну, лучше, по-моему, прочитайте. Вот здесь маленькие бульбочки, они подписаны, ну, жесткие. Я, конечно, осмотрю все, посмотрим. Честно говоря, ожидала побольше размерчик. Морфофалус альбус. И будем советоваться, как их хранить. Вот такой вот пакетик сегодня был. С семенами. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну и здесь у нас описание и как сажать семена, как сажать наши бульбочки. Будем заниматься. Спасибо. Я все-таки распаковала их, посмотреть. Гнилого нет ничего, они плотненькие. Вот они. Знатоки, мне скажите, на мой взгляд, неплохие. Я не вытаскиваю, потому что я перепутаю все. Здесь, видите, по-моему, хорошенькие бульбочки.